Лунный календарь садоводов и огородников на март 2019 года. Внимание! В таблице указаны наиболее благоприятные для посадки и посева семян дни, но это совсем не значит, что в другие дни посадками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только в неблагоприятные дни. Народные приметы для дачника в марте. Если в марте часто туманы, то лето будет дождливым. Март без осадков – к богатому урожаю хлеба, а дождливый – к плохому урожаю. На картинке представлены фазы Луны в марте 2019 года. Теплый ветер в марте – к теплому лету с большим количеством осадков. Теплая середина марта предвещает теплое лето. Сухой март – к щедрому урожаю ягод и фруктов. Здесь представлены благоприятные дни для посева и посадки цветов в марте 2019 года. Мартовский гром значит быть богатому урожаю зерна. Молнии в марте, лето будет сухим. На крышах длинные сосульки, весна будет долгой и затяжной. Благоприятные дни в марте 2019 года для посадки саженцев, черенкования и прививок.